Всем привет, дорогие друзья! Вы на канале Дмит Розы. Мы сегодня будем продолжать играть в игру под названием Minecraft. Сегодня мы будем смотреть проект от подписчика, который называется Пигги. Что ж, давайте будем начинать. Play, поехали смотреть. А проект Пигги у меня была уже на канале игра Пигги The Horror Game. И подписчик, посмотрев мои ролики, решил сделать такую же карту про эту величайшую, в кавычках, игру. Так, у него что-то тут... Точнее, у меня в настройках что-то как-то резкость не та. Вот сейчас... Яркость можно по максимуму. Так. А резкость где? Ну, короче, будем с такой резкостью ходить. Так, что у нас здесь интересненького есть? Не, ну, всё-таки мне что-то не так. Мне что-то не так. О, чувствительность. Ну, давайте хотя бы на 50. Что-то как-то совсем не так. О, вообще найс. Короче, что тут у нас он, подписчик, сделал? Карта Пигги. Кто не смотрел ролики, тот не знает. Я вот знаю вот карту. Давайте смотреть. Ключ от комнаты 1. Так. Лагануло у меня, извини, корова. Так, вот мы идем себе, идем. Так, вот машина есть. Кстати, в машине там что-то интересненькое. Какие-то там свинюшки сидят, ничего себе. Так. Так. Окей, давайте. Сарайки что-то найдемте, может быть. Сарайки пусто. Ну, карта вообще так-то похожая, даже очень, особенно наружу, вот вообще. И особняк-то какой красивый. Правда, слегка плоский. Ай-яй-яй-яй-яй. Как так можно? Плоский особняк. Верхушка особенно плоская. Просто плоская верхушка. Опа, спуск в подвальчик, интересненько. Ой, давайте через подвал зайдемте, а то мне через обычное не очень хочется. Смотрите, он даже сделал спуск в подвал. Ключ от комнаты номер 3. Даже прохождение сделал, ничего себе. Так, будем все шарить, смотреть. Так, ну погнали. Слушайте, вообще найс. Опа, мы пришли. Ага, куда-то пришли. Вот тут у нас такой вот подвальчик идет. Комната 1. Ключ от комнаты 1. Тут у него какие-то свиньи. Какой-то задний дворик. Но их, пожалуй, выпускать не буду. Зачем мы использовали сюда ключенцы? Мне интересненько. Может, тут что-то? Опа, ключ от комнаты номер 5. Ключ от комнаты номер 1 мы уже использовали, как бы. Во, попросту нет у нас. Да, все. Мы его использовали. Ключ от комнаты номер 3. Это комната номер 2. В принципе, та же. Так, картина есть. Ну, смотрите, игра очень уже интересная. Мы вот зашли... Ага! Смотрите, куда мы зашли. Здесь были бы пароли, но он сделал по-своему. Круто. Давайте смотреть холл. Осмотрим тут все. Осмотрим для начала первый этаж. Хочу я осмотреть. Кухня. Да, похоже, очень даже похожая кухня. Вообще крутотень. Посмотрите. В печке, может, что-то. Ключ от комнаты номер 6. Круто. Вау, просто найс. Там у нас идет уже красная комната с красными шторками крутыми. Так. Здесь у нас, по-моему, пусто. Пусто. Да, здесь ничего нету в этой комнатушке. Так.
И мы вышли опять-таки в холл. Ну, ребят, карта очень похожая, очень крутая, интересная. Так, комната 3, здесь 2 замка. Ага, один мы поставили, у нас он пропал. Или нет? Нет, ну будем считать, что он пропал все-таки. Комната номер 4. Так. Будем считать, что он пропал, потому что... Ну, 2 раза ставить я не буду. Мы еще должны обыскать эти этажи. Так. Идет вот такая вот комнатка. Вау. И здесь идет еще какая-то интересная комнатушечка. Шкафчик обычный, чтобы прятаться. Наверняка такая комнатка. Ага. Просто обычная непонятная комнатка. Здесь что у нас? Здесь пусто. Здесь все пусто. Короче, понятно. Движемся дальше. Так, двигаемся дальше. Нашу изначальную комнатку. Ключ номер 5. Вот у меня есть ключ номер 5. Открываем. Опа! Опа! И пошел подъемчик с огромным таким ковром. Ключ номер 6. Так, 5, 3 и 6 мы уже использовали. Давайте их в инвентарь все бросим, чтобы они у нас не занимали слотов разных. Ё-моё! Светильничек, библиотека тут какая-то. Стенд какой-то интересненький. Так. Подписчик сказал смотреть каждый уголок. Тут какой-то идет лабиринт. Смотри. Ну это, ребят, намного круче, чем обычная игра Пигги. Потому что она даже не проходилась толком. Ё-моё, вот это лабиринты. Вот это я понимаю. А чё? Ого, ничего себе, тут тупик какой запутанный. Самый запутанный тупик в истории Майнкрафта. Куда это я пришел? Опа! Новая комнатушка с стульчиками. А зачем я сюда пришел? Собственно говоря. Просто обычная комната какая-то. Да. Наверняка так и есть. Так. Проходим лабиринты разные, запутанные. Еще один тупик запутанный. Сколько уже можно этих запутанных тупиков? Давайте уже какую-то комнатку интересную. Тупик. А мы отсюда и пришли, походу. Еще один тупик. А зачем мы туда и шли, собственно говоря? Хм. Обычная комнатка, как будто стульчиком обычная. Обычная, приобычная комнатка. Тут что? Тут ничего. Опа, Пигги. Что-то за картиной есть? Да, вроде нету. Здесь тоже пусто. Ага, и балкон. Ну, ребят, я что-то проглядел наверняка. Идемте смотреть. Так. Наверняка все-таки тот лабиринт можно как-то пройти. Наверное, в том лабиринте все и заключается. Давайте сюда пойдем. Я уже не буду своими способами идти. Там тупик, походу. И тут просто какой-то обход. Вот. Зачем мы сюда пришли? Тут же должна быть какая-то разгадка. Может, под ковром что-то? Я не знаю, ребят. Ну, больше никаких же люков нет.
Никуда толком больше не пойдешь. Мы вышли из этой библиотеки, опять же. Ну окей, давайте пока что идемте откроем, попробуем ту комнату, которую мы не открывали. Здесь тоже пусто. Очень жаль, что я все-таки не смог пройти по-честному карту. Наверное, что-то либо подписчик не доделал, либо я что-то проглядел. Так, где там была эта комнатушка? По-моему... А мы же еще четвертую не открывали. У меня четвертая есть. 5, 3, 6. Может, еще один 3 замка используем? Так, я почему-то выкинул. Короче, открыл. О май гаш! Ты посмотри, что он тут держит, жителей каких-то. Ай-яй-яй-яй-яй, Пигги, ты чё? Наверняка всё-таки я всё правильно сделал, как подписчики говорил. Ты посмотри, держит тут человека, бедолагу, в какой-то комнате ужасной. Просто ужасная комнатушка. Открываем. Смотри, у него тут тоже люди в колбах. Ой! А это еще кто такой? Ты смотри! Неудачный эксперимент Мега Пиг. Вау! Я такого еще моба не видел. Смотри, спит кто-то. И мы, наверное, на этом заканчиваем наш ролик, да? Мы разузнали секрет. Нам что-то надо сфоткать. Ну, мы типа сфоткали, да? Типа все у нас найс. Мы это все сфоткали. Так, вот у меня еще и разряжается. Все, как раз-таки на этом мы заканчиваем нашу увлекательную карту Пигги. Игра просто чудесная. Если еще будут выходить обновления в этой карте, это будет вообще найс. На этом все. Мы заканчиваем наш роличек. Не знаю, какую мне превьюшечку такую сделать. Интересную. Наверняка вот такую вот, что ли, особняк. Или можно еще вот так вот как-нибудь. На этом все. Мы заканчиваем наш роличек. На этом все. С вами был я, Дмутроз. Мы сегодня играли в игру под названием Майнкрафт. Смотрели карту Пигги. Всем удачи, всем пока-пока.